Игорь, тут. Так, ребята, у нас все полностью. Полный комплект. Можно присаживаться в автобус и выезжать. Ну что, поехали. Приполярный Урал ждет. Нас впереди ждет очень веселое, увлекательное. В планах покорения Неройки, покорения пирамиды. Здесь, когда нам стали рассказывать о том, как прекрасно и замечательно на Приполярном Урале, и что не только люди любят бывать там, но еще и медведи. Поэтому каждый должен знакомиться с правилами поведения при встрече с этим зверем. Здесь говорится, что не надо пытаться его угостить. Я думаю, надо быть глупым человеком, чтобы пытаться его угостить. На меня как бы это, конечно, произвело впечатление. Я не думал, что там будут медведи. А некоторые, судя по всему, часто бывают тут походов, и медведи эти как семечки щелкают. Расписываться будет. Не глядя. Завтрака мы сейчас отправимся на вертолетную площадку. Откуда полетим на Неройку, на базу, и где мы начнем свое восхождение в гору Неройка? Я не знаю, готов ли я к этому восхождению, потому что, судя по моему багажу, по моей одежде и сравнивая это все, что у меня есть, с тем, что привезли с собой ребята, чувствую, что я не очень готов, но посмотрим. Время покажет, как говорится. По машинам, поехали! Вот он, какой крутой вертолетик у нас будет. Вон он, желтый красавец. На нем мы, скорее всего, полетим. Правда, рисовал я себе немного другое, что это будет какой-нибудь такой, знаете, как в современных фильмах, блокбастерах, такой шикарный вертолет. Это тоже неплохо. Приполярный Урал – это наша фишка, это наша жемчужина, это наша гордость. Я считаю, что туда стоит, туда надо съездить каждому жителю Югры, чтобы увидеть ту красоту, которая там есть. Это горы, это водопады, это те искренние люди, которые там живут. И понимать, что в то время, когда было освоение вообще Югры, ты можешь увидеть собственными глазами то, что там было. То есть это тот подвиг, который совершался. То есть первозданная природа – это горы и это геологи, которые исследовали эти горы, то есть строили города в неизведанной, вообще неизведанной местности. Для меня это мое любимое место, это то, куда я хочу каждый раз возвращаться вновь и вновь. Космические войска на взлет. Может, да. Ну, лучше взять, да? Лучше взять, если что, оставишь. Когда ты летишь впервые на вертолете, я вот не знаю, как они сидят все с такими каменными лицами, но ты реально поднимаешься наверх и видишь, как под тобой колышется море, море зелени. Увидеть свой родной округ с высоты птичьего полета — это дорогого стоит, это незабываемые впечатления. Это круто вообще.
За моей спиной та самая гора, которую сегодня мы должны покорить. Неройка. Если присмотреться, то мы можем увидеть небольшой клуб дыма рядом с ее вершиной. Гора как бы приглашает нас, говорит, я развела костер, приходите. Да, идем, все. Неройка. Вторая по величине вершина гор приполярного Урала после Народной. Высота 1645 метров. У подножья кажется, что путь прост. Прямые и удобные участки и лишь в конце крутой подъем. Однако на деле все совсем не так. После полусотни метров мха, который мягко проседал под каждым нашим шагом, начались камни. Большие неподвижные валуны и маленькие, норовящие уехать из-под ног булыжники. Пройдя буквально метров 100, я понял, что моя одежда не годится для покорения вершины. Хорошо, что я взял с собой спортивные штаны, потому что в джинсах это вообще беда. Я предупреждали, возьми что-нибудь удобное. Нет, джинсы же, это джинсы круто, джинсы самое удобное вообще вещь на свете. Да, Олег, теперь ты будешь знать, что джинсы самая неудобная вещь в горах. Камни, 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 что ни шаг, то камень. После 10 минут подъема по валунам и булыжникам от них начало рябить в глазах. Крутые подъемы сменялись плавными участками. Гора показывала свое непостоянство. Такой темп быстро уматывал. Поэтому каждые полчаса тело требовало отдыха. И мы останавливались на привал. На самом деле мы прошли 90 тысяч метров. Это самый большой пик, на который когда-либо взбирался человек. Нам предстоит еще 5 миллионов. И в конце мы увидим солнце. В принципе, вот что сказать по текущему моменту, больше нечего. Солнцем любоваться пришлось недолго. Чем выше мы поднимались, тем холоднее и туманнее становилось вокруг. Бывалые туристы уверяли, что приполярный Урал именно такой – хмурый и туманный. После долгого восхождения по жаре одежда была мокрой. Пришлось переодеваться. Иметь с собой в горах сменную одежду крайне необходимо. Чем выше, тем отвеснее и опаснее становился маршрут. На высоте примерно 1200 метров дорога стала узкой, а справа угрожающе чернел обрыв. Страха добавлял и туман, который царил на горе после километра. На расстоянии 50 метров никого нельзя было разглядеть. Как нам сообщили бывалые туристы, это самый опасный участок восхождения. Молодцы. Макс, давай еще немножко. Съемка будет твоя. Туман, ветер, холод, страх. Все эти чувства отступили, когда мы взобрались на вершину. Гора, которая, казалось, сопротивляется людям, сдалась. Правда, не совсем. Туман, который начался полкилометра назад, не позволял увидеть красот окружающего пейзажа. Однако радости от покорения вершины не было предела. Вот идет категорийный поход, каждый вот оставляет записку, данные, и чтобы доказательство было вершины, он созванивается с другой группой, которая здесь была, и доказательство. Вот, смотрите. Группа туристов 4 человека 21.08.16 года. То есть год назад? Да. Погода была отличная. Состав группы Хатанзеев Алексей, это я. То есть это твоя записка? Это моя записка прошлогодняя. Жена моя. И со мной ходили хозяинова Ольга и Черкашин Дима. 13 лет мальчику. Мы, конечно же, не стали идти против такого негласного правила и оставили свои данные на клочке бумаги. Люди, видя окружающую их красоту, невольно начинали предаваться воспоминаниям. На этой вершине не был. В молодости занимался альпинизмом, ходил на Памир и Алай. Вот. Потом был перерыв, семья, работа. Сейчас воспользовался возможностью сходить. Посмотрите, как здорово. Мы живем в прекрасной стране, мы живем в прекрасном крае. Мы зашли на прекрасную гору. Я чуть не подох, но я поднялся. А что придавало вам сил? Сил? А нельзя отступать. Нужна победа, нужен результат любой ценой. Вам же тоже же тяжело было. Вы еще тащили вот это все, правильно? Вдвойне тяжело. Поэтому посмотрите, как здорово. Какая у нас классная земля. Казалось, что свершилось чудо. Гора, казавшаяся хмурой, открыла перед нами потрясающий вид.
Бывалые туристы сказали, что это знак того, что среди нас нет людей с дурными намерениями. Все пришли с хорошим настроем, и гора, почувствовав это, открыла нам свою душу. Когда выглядывает солнце, в тумане на крутом спуске с горы виднеется отражение человека, который смотрит туда. Причем отражение это тень, даже не отражение, а тень одного только человека, и каждый видит себя сам. И причем вокруг каждого человека виднеется такая радуга. Как нам пояснили позже, это явление называется гало, и увидеть его удается крайне редко, раз в 100 лет. И оказывается, за такими редкостями не нужно ехать за 3-9 земель. Все это есть у нас, в Югре. Друзья, это историческое событие. Телерадиокомпания «Югра». Программа с 7 до 9 вещает с высоты 1645 метров над уровнем моря, с горы Неройка. Все, что я могу вам сейчас сказать, это вау! Это потрясающая красота приполярного Урала. Приезжайте сюда и сами посмотрите на эту замечательную природу. А также я думаю, что мы запустим небольшой такой флешмоб, такую традицию, что каждый, кто поднимется на эту гору, сможет испить чай или воду на высоте 1645 метров из этой замечательной кружки. Всего вам хорошего и доброго утра! Полюбовавшись красотами приполярного Урала, мы начали спускаться вниз. Если путь на вершину снизу казался быстрым, то с высоты было видно, что он очень длинный. Спускаться оказалось труднее. Вид крутого склона под ногами нагонял ужас, и большая нагрузка приходилась на колени. Вдобавок к этому нужно было ощупывать каждый камень под ногами, чтобы он ненароком не покатился. По пути Алексей Хатанзеев, который ходит по горам 7 лет, рассказал нам легенду происхождения Уральских гор. У Манси есть такое предание. Однажды охотник гнался за лосем и никак не мог его догнать. Земля под ногами проваливалась. И тогда он обратился к верховному божеству с просьбой о помощи. Но Меторум, недолго думая, снял свой охотничий пояс и бросил его на землю, где тот превратился в горную цепочку. Так появились Уральские горы. Анюройка был одним из 7 сыновей Нумиторума. По словам коренных жителей Березовского района, из всех братьев он был самым миролюбивым и спокойным, и в то же время очень строгим владыкой Уральских гор. Восхождение заняло около 3 часов. Обратно шли чуть дольше. Однако все усилия, затраченные на восхождение и спуск, с лихвой окупались увиденным. Повезло нам, что Неройка наверху открылась, и мы увидели все прекрасы, всю красоту именно вот этого края. Потому что, как вы помните, поднимались еще по туману, облако стояло, гора, как говорится, была закрыта. Но в этом году Неройка нас вот так вот побаловала немножко. В нескольких километрах от горы находится туристическая база «Неройка», которая служит перевалочным пунктом для путешественников, покоряющих приполярный Урал.
Но сегодня у нас разработаны такие маршруты, радиальные выходы с туристической базы с нашей. Можно в разные стороны сходить на более близкие, дальние расстояния, абсолютно разные виды посмотреть. Вполне доступно сходить на 2 километра, на 3 километра, ну, кто как на свои силы рассчитывает, на водопады, на озера, подкорить какие-то вершины. Гора Тупая 900 метров, вот хребет Селенер, Неройка, кто более уже такой активный и молодой, даже не молодой, но нравится покорять вершины. Гора Неройка 1645, вроде бы высота не очень большая, но достаточно, подъем крутой. Еще один обязательный атрибут туристических походов – посиделки у костра, песни под гитару и игры. Пушинка, что это, нога? Нога у тебя, хвост, копчик. Показать, как, что, замена картошки, тыква была раньше. Надо было Золушку изобразить. Второе блюдо? Свекла. Салат. Винегрет. Да. Я вообще не знаю, как это показывать. Салат? Винегрет. Винегрет. Как вот этот каждый овощ показывает. Покажи на косилку маленькую. Чем не транспорт? И время стоп. Баги. Вау. Приехать на приполярный Урал, мне кажется, это каждый должен из россиян хотя бы раз в жизни приехать на приполярный Урал, сходить на любую из вершин. Я вообще очень люблю горы, и я не думала, что в нашем районе есть такие красоты, безумно нереальные какие-то, дух захватывает. Это было супер. Я очень рада, что я оказалась здесь, я прям счастлива. Едьте сюда! Потому что тут отдыхаешь и телом, и душой, и головой. И самое главное, что тут нет сотовой связи. Тут ничего не ловит. Второй день начался с такого же раннего подъема, как и первый. Но это было уже не в городе. Доброе утро, друзья! Замечательная погода, замечательный вид, туман и зелень вокруг. Красота! Доброе утро, страна! Доброе. За завтраком решались организационные вопросы. Хотелось побывать везде и всюду, но времени на все не хватало. В итоге группа разделилась. Одни, и я был в их числе, решили пойти на Зейские озера. Другие, к ним примкнул мой коллега Дмитрий Сарапятов, отправиться покорять еще одну вершину приполярного Урала – гору Пирамида. Короче, пойди тут разбери еще. Да ладно, нормально. Я говорю, я уже пережила этот момент. Я уже, мне кажется, что я сами дома. В
Мне настолько сильно захотелось посмотреть на озера, что меня не пугал поход на 14 километров с камерой на плечах. Я был уверен, что меня ждет незабываемое приключение. Реальность превзошла все мои ожидания. Отправляясь на приполярный Урал, позаботьтесь об удобной обуви. Здесь это главное. Замечательно, если у вас еще будут резиновые сапоги с длинным голенищем. Потому что, если у вас их не будет, вам придется переходить через речки вот таким способом. Холодно. Как холодно, ноги сводит. О, как тепло. Кайф. Свежие медвежьи следы. Даже вода еще не выступила. После того, как мы увидели медвежьи следы, было принято решение разворачиваться, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем людей. А Дмитрию, судя по всему, повезло больше. И я тоже высажусь. Последние деревья заканчиваются, и нам еще подниматься немножко по осыпи. Видите, такой язычок такой, осыпи, вот туда. То есть мы идем по лесу. Ходили мы. Вот туда. Не было чувства страха. Нет почему-то. Во-первых, потому что с нами были проводники очень хорошие, местные люди, которые в этих горах каждый камень знают. Наверное, вот в этом главное дело. Ты понимаешь, что ты не один
здесь. И ты понимаешь, что если что помогут, и ты знаешь, что если что и ты кому-то поможешь. Мне кажется, Высоцкий не зря очень много песней посвятил горам, потому что здесь люди по-другому думают, по-другому поступают как-то. Короче говоря, люди проявляют себя с самой лучшей стороны вот в этой ситуации гор. И все то время, что Дима был в горах, я учился добывать кристаллы кварца. Этот процесс настолько меня увлек, что я не заметил, как пролетело несколько часов. Очень-очень красиво. Смотрите, какие ровные прямые грани. Это мне сказали, что, в принципе, если вот это взять, то это может быть образцом и экспонатом в коллекции минералов. Так что, думаю, коллекцию свою я уже начал, минеральную. Ну, мы привыкли к практическому применению минерала там, где идет либо промышленность, либо в коллекции, да, либо в качестве там подарка, сувенира. Вот. И вдруг однажды на одной из рек, в которой мы были в экспедиции, я видел, как местные манси собирают окаменелости белемнитов. Это раста белемнитов, вот их называют еще чертовые пальцы, они такие похожи на маленькие пули. Вот. Основной состав это кальцит, оникс. Вот, и небольшое растворенное включение битума древнего. Причем это белемниты юрской поры, это где-то 40 миллионов лет. И оказалось, когда на вопрос у манси, зачем они собирают эти минералы, они сказали, что порошок из этих минералов очень помогает заживлять раны. А у них одно из товарищей поранил медведь, руку поцарапал. Вот они делают присыпку из этого минерала. Вот. Причем это, откуда вы знаете? А мы знаем, это давно всегда так делали. То есть это, видимо, издревле существующий какой-то уже навык, да, какие-то знания, вот, которые люди применяют. Вот такие вещи. Да. Полярный Урал открывает в человеке новые неизвестные грани. Еще вчера я не знал, что я любитель гор и могу подняться на высоту больше километра. Просыпаясь сегодня утром, я не думал, что буду разбираться в минералах и искать кристаллы. Это поразительное место. И оно увлекает. Тебе не хочется уезжать отсюда. Город, машины, офисы, работа. Да это ничего здесь не нужно. Здесь природа, вся красота, что мы видим вокруг, этого достаточно. Ну и поесть, чтобы было, конечно. Мне сказали, что есть на Приполярном Урале место, где таких кристаллов полно. И кроме того, там можно посмотреть на снежинки огромных размеров. Это волшебное место называется Додо. А там, понимаете, подходка, это же штурми, она получается старик, не подходка, но в темноте телевизионщики, народ медленный, поэтому все нас всегда ждут. Когда-то Додо был одним из крупнейших месторождений кварца в стране. Его разработка началась с 1937 года. В военное время, когда фашисты захватили месторождение кварца в Белоруссии, только благодаря Додо страна снабжалась кварцем, из которого делали сырье для электронной промышленности. Звуковые эффекты писали, там колонки поставили. Вот все, что мы сейчас видим, это лишь малая часть того, что мы могли бы увидеть, если бы не было тумана. Сейчас мы спустимся, посмотрим на всю эту красоту вблизи. Может, даже поедим в снег летом. Не так давно люди ушли отсюда. И теперь о былой деятельности на месторождении напоминают лишь горы каменной породы, которые в то время вывозили из рудников.
Да, и палец, как будто вот он показывает. Вот указатель. Туда. Водопад. Чуть, да? Так, чуть. Водопад, туда. Туда. А, вот так, туда. Да. Водопад туда. Можно даже не вырезать. Вот оно в натуральном виде. Здесь указатель написать. Ну, информационная табличка, пожалуйста, да, везде. В рюкзак. Ну, здесь их вон сколько можно собраться. Сейчас мы идем туда. Прямо сейчас. Да, сейчас вот туда. Вот откуда, адреналин-то набирается. А это вот Япония просто. Да, слушай, абсолютно японская история. Это адреналина. Восхищенные и вдохновленные красотами природы, мы стали придумывать легенду месторождения. Мансийский бог Додо подземного мира. Легенда, да? Подземного, да? Мира. А, который приходит ко всем, что часто спрашивают. Это верхний Додо. Мир, да? А Додо, Додо это Додо. Нижний мир. Додо, да? Это нижний, это мир. Владелец кварца. Рельсы проложены были, чтобы вагонетки выгонять. Ну, и само завалилось, все сгнило. Это с той стороны. С той стороны. Прямо сейчас мы находимся на месторождении Додо. Во времена Советского Союза здесь шла массовая добыча кварца. Жизнь здесь кипела, а все, что осталось сейчас, это несколько заброшенных домиков и один-единственный, в котором проживают геологи, которые своими силами находят минералы, кристаллы, кварца, добывают их, и отсюда можно увезти вполне такие замечательные, прекрасные сувениры. Пойдемте посмотрим. Да, щеточка. Ну, как мы ее называем, щеточка. Квадрокоптеры полетели. Приятно, когда отдых, он сочетается, ну, с профессиональным еще опытом. То есть... Ну, мало пошел, там, порыбачил и грибов пособирал. А когда ты еще понимаешь в камне и находишь что-то интересное для себя, и потом показать это людям, чтобы порадовать глаз людской, как говорится, это тоже. Человек мало видит природных вещей, и донести вот эту красоту камня до людей, это, в общем-то, задача геолога. Ну, и мы в какой-то степени этому способствуем. На каждом шагу здесь лежат кристаллы кварца. Такие вот маленькие прекрасные образцы можно увезти с собой в качестве сувенира. Но есть... Нет, проходите, конечно. Есть экземпляры и побольше, и поценнее. Допустим, его забрали уже, понимаете? Только что он здесь лежал. Вот такие. Такая порода. Как сказали нам, что примерная стоимость вот одного такого камня достигает 10 тысяч рублей. И это, ну, можно сказать, музейный экспонат. Смотрите, какая красота. Это прям камень. И на нем кварц. А вы геолог, да? Нет, я вообще отдыхаю, я вообще стоматолог. А, приехали на отдых? Ну, да я уже тоже, отдыхаем каждый год. А можете? На юг никуда не надо. То есть вы ежегодно приезжаете сюда на Неройку? Просто отдыхать, да, у меня отпуск как раз. А именно на Додо приезжаете или вообще окрестности Приполярного Урала? Мы здесь на Додо, потом мы собираем туда и на паток сходим, там фейка. То есть приехать на Приполярный Урал и не подняться в гору, это грех, да? Конечно, конечно. Мы же отдыхаем в основном, в первую очередь. Вот мне ни юг, никуда не надо. Я в отпуске, я могу съездить. Там Таиланд еще мне нахрен не нужен. Ну, ведь вот такие люди достают из штолен, в которые мы пойдем, чудесные образцы кварца. Одевшись по всем трендам геологии, мы направились в снежное царство. Вот колония.
были осколки льда. Да, это, скорее всего, осколки льда, потому что на снег это не похоже. Это, я так понимаю, снежинки? Да. То есть они за время, что лежат тут, они разрослись, так сказать. Вот они падают, вот они падают. Но эти вот, вот эти снежинки, которые. Снежинки на самом. Вот они. Это снежинки теперь. На самом деле это не передать словами всю эту красоту, как будто ты находишься в какой-то пещере хозяйки Медной горы. И все, что вокруг себя окружает, это ее богатство. Но уносить с собой ничего нельзя. И трогать желательно, потому что один взмах пальца, и вот эта снежинка, которая росла здесь десятки лет, осыпется. Это потрясающе. Сотни радуг. Это потрясающе. Наверное, ничего подобного я в своей жизни не видел. И особенно впечатляет тот факт, что это находится здесь, у нас в округе. То есть совсем рядом. Не надо ехать куда-то за полярье, за 3-9 земель, пересекать океаны. Приехать и увидеть своими глазами такую красоту. Это непередаваемо. Летопись посетителей этого замечательного места. Отзывы. Все отзывы с эмоциями. Есть даже стихи, посвященные этому месту. Здесь уже даже гербарии. Жучки, паучки, которые встречались на пути туристам. Здесь еще есть картинки медведей. Группа туристов встретили медведей и тоже запечатлели. Нет, нет, они нарисовали. Тут каждый свои таланты в этой книге держит, держит, держит. Это вот в июле? Так, даты я не вижу. Это, это август 15-го года. Конечно, человек меняется. Конечно, меняется. Любые сильные эмоции меняют человека. Любая серьезная информация меняет человека. Собственно говоря, человек меняется каждый день. Просто когда вот это в таких масштабах происходит, когда ты видишь такую красоту, которую ты не можешь просто описать словами, это же нельзя рассказать, да? Более того, это даже нельзя снять. Это можно только видеть, чувствовать. И, разумеется, внутри происходят какие-то более ускоренные процессы
мозговые, психические, психологические и так далее. Конечно, человек меняется. И думаю, что человек становится лучше. Чем сильнее положительные эмоции, которые испытывает человек, тем больше она на него воздействует, и тем лучше становится человек. Мне кажется, это очевидно. Два с половиной дня пролетели практически незаметно. И, оглядываясь назад, вспоминается замечательная и потрясающая природа, восхитительные по красоте места. И теперь не хочется садиться на борт этого вертолета, который привез нас два с половиной дня назад, потому что ты уезжаешь из места, которое стало тебе дорого и близко, в котором ты оставил часть себя. Но, к сожалению, приходится уезжать в город. Но я точно уверен, что сюда, на Приполярный Урал, я вернусь, и, скорее всего, еще не раз. Потому что впереди нас.